Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем с вами носки на все размеры. Вот смотрите, заскриньте, пожалуйста, вот эту вот схему, потому что здесь у меня просчитаны все размеры до 46, начиная с 35 до 46 на вот эту вот пряжу Alize Superwash. Обзор, кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Под видео оставлю на обзор этой пряжи ссылочку, потому что и почитать, не просто обзор посмотреть, а почитать комментарии, вот ваши отзывы на эту пряжу. Носки неубиваемые, на много лет, на несколько лет ношения носка. Вы представляете, носок несколько лет. Я понимаю, что чуть-чуть может ввести в ступор плотность вязания, вот они мелкой вязкой, спицами двоечка. Но это шикарная инвестиция, потому что носок носится несколько лет. Цена пряжи в соотношении с другой пряжей, но учитывая все нюансы, то, что он носится носок 2 года, и плюс из одного мотка получается 2 пары носков, то они практически даром. Вот. Что касается денег, ну, единственное, что нужно немножко больше инвестировать, так это своего времени. Но потом это, я думаю, вам вернется. По этому мастер-классу можно связать короткие, длинные, гольфы, носки. В общем, самый простой, на мой взгляд, способ, действенный. Что хотелось еще сказать. Про пряжу сказала, спицы 2 миллиметра и плотность вязания 15 петель в 5 сантиметрах, не в 10, а в 5 я мерила, и 20 рядов в 5 сантиметрах. Вот эта плотность, вот все размеры. Я еще буду в видео там прописывать поэтапно эти циферки. Вот здесь ряды, здесь петли. Вот все цифры, которые я упоминаю, здесь в этой таблице. И для удобства вязания вы ее, пожалуйста, заскриньте. Если что, я могу ее в Инстаграм. Ну, в общем, напишите, могу в сообщество, могу в Инстаграм эту схемку, таблицу добавить, если вам так неудобно в видео. Ну, в общем, мы начинаем, девчонки. Всем удачи, носки неубиваемые, не износостойкие, шикарные. И при том, вот какие, смотрите, можно связать. Вяжем носки в подарок на Новый год. Все, начинаем. В этом мастер-классе у меня просчитаны все женские и мужские размеры именно под вот эту вот пряжу Alize Superlana Wash. Очень прекрасная носочная пряжа. Есть она вот либо в одном цвете, либо вот такая вот секционная. И в результате получается вот такой вот шикарный цветной носочек, при этом не напрягаясь, просто при лицевой глади. Вот. И спицы 2 миллиметра, что очень важно. В общем, пряжу можно купить в Украине по ссылке в описании. В России, я думаю, полно везде этой пряжи. Она достаточно популярная, хорошая и с хорошими отзывами, что тоже немаловажно. Итак, образец я буду вязать размер 37-38. Спицы у меня 2 миллиметра. Больше, девчонки, не надо. Вот тут вот нужно постараться и вязать как бы тонкими спицами. Получается самый классный эффект, то есть эффект машинной вязки. Значит, итак, у меня размер 37-38, и я набираю 56 петель. 56 петель набираю способом качели. Оставлю вам под видео ссылочку в описании подробнее. Вот так вот они набираются. Хотя это не принципиально, потому что вы можете набрать обычным способом, если этот способ вам как бы неудобен. Так вот. Либо вот это вот поставьте на замедленную как бы воспроизведение и набираем 56 петель. Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть. В конце я обязательно делаю узелок, потому что это такой живой набор, который нам нужно закрепить. И вот теперь вот вяжу по 14 петель.
петель на каждую спицу. Здесь первую петлю я провязываю. Нет, первую петлю я снимаю. Вторая петля вот здесь вот хорошо видно. Изнаночная, лицевая. Видите, здесь хорошо видно, какую петлю вязать. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Одна спица. Следующая спица. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вторая спица. Третья спица и последняя, четвертая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Теперь мы соединяем их круговую. Здесь вот очень важно не перекрутить. Вот смотрим, чтобы ребром это все было вверх, как бы. Вот, вот, вот. Все, и вяжем. Потом уже все, как бы, здесь вот просто важно проследить. Вот смотрите. Видите, чтобы все у нас нигде не было перекручено. И присоединяем и вяжу по кругу, девчонки. Значит, сейчас, о господи, здесь вот важно, можно добавить при наборе делать одну дополнительную петлю, захватить ее, добавить, ну как бы ею прикрепить. Вот видите, я этого не сделала, хотя это возможно. Что касается резинки, что скажу. Высота, сама резинка значения не имеет. Вы можете вязать резинкой 2 на 2, 2 на 1, вот как вам удобно, как вы хотите. И высоту тоже, либо это гетры. Ну, гетры, там другой расчет, девчонки, нет, этот. Мой годится только для носков, там нужно для гетр добавлять петли. Поэтому, хотя пряжа пластичная, если худенькие ножки, если нет сильно больших рельефов, то можно использовать и вот этот вот расчет. В общем, далее мы вяжем вот по кругу. Так, вот, видно, да, что здесь у нас уже все ровненько. Теперь еще раз я с вами тут провяжу. Так, вот здесь, вот где еще присоединение, мы подтягиваем, чтобы потом не расходилось там. Ну, хотя оно разойдется, в смысле, распределится потом, и все будет нормально. То есть здесь, смотрите, все у нас смотрит вверх, и ничего не перекручено. Далее я вяжу резиночку на ту высоту, которую я хочу. Итак, я провязала 30 рядов. Если говорить о сантиметрах, то это, вот в моем примере, это 6,5 сантиметров. Девчонки, вот это здесь совершенно не важно. Это на, я просто говорю, что у меня для сравнения. Вот. А вы смотрите сами. Вот. И теперь я перехожу на лицевые петли.
Если это изнаночная, то я первую провязываю за заднюю стеночку, если это лицевая, то за переднюю. И вяжу лицевой гладью вот столько, сколько мне нужно до пятки, тоже уже зависит от ваших предпочтений. Так, вот один круг я провязала, теперь смотрите, теперь все время мы вяжем за верхнюю стеночку, чтобы петля у нас была развернута, а не скручена. Тогда полотно, вот еще раз, вот эту, которая на нас смотрит, полотно будет гладким, ровным, петельки ложатся, петелька к петельке, смотрите, очень красивая получается по итогу вязания. И продолжаю вязать до пятки. Вот здесь вот у меня, вот видите, немного сантиметров 5 связано. Сейчас я провяжу. Даже не полных 5 сантиметров. Ну, 4-4,5. Вот. В этом носке у меня связано больше. Здесь у меня резинка, сейчас скажу, сколько сантиметров. Резинка 9,5. И вот это вот чулочная гладь 8,5. То есть всего у меня здесь 18 сантиметров, а здесь высоту у меня 11,5. Вот, и сейчас я вяжу чулочную гладь. Так, итак, я провязала, как я говорила, 4,5, да, вроде бы как мерила сантиметров. Здесь у меня провязано 18 рядов, вот. Далее мы переходим к пятке, девчонки. Пятка у нас вяжется вот этот вот сначала заготовка, потом вяжется эта часть, ну и потом уже соединяется. Значит, все петли мы сейчас делим пополам. То есть мы будем вязать вот эту вот часть с двух спиц. Я их переношу на одну, перенесу. Значит, каким образом? И здесь нам нужно добавить дополнительные петли. Для женских размеров это 5 петель, которые мы добавим вот таким вот образом. Здесь добавим 2, произвольно, как бы мы их распределяем, ну, сейчас я вам скажу как. И здесь 2 и посерединке 1. Для мужских размеров здесь по 3 петли, то есть их нужно равномерно распределить между петлями, между вот этими. Здесь 3, здесь 3 и по центру 1. Итак, если это мужской размер, то просто, допустим, через каждые 4 петли. И женский. Ну, у женских у нас 2 петли будет. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Из протяжки я достаю и провязываю петлю. 1, 2, 3, 4. И из протяжки достаю одну петлю. Теперь здесь сколько у меня петель остается? 1, 2, 3, 4. Если уж у нас мужской размер, то еще добавляем петлю. 5, 6. Запоминаю цифру 6. Из промежутка между двумя спицами достаю третью петлю, провязываю. И теперь я эту спицу откладываю и на вот это я тоже буду вязать. Значит, запомнили, сколько у меня здесь 6 петель было от последнего добавления, я их здесь же и вяжу. Ну, у вас будет свое число. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавляем петлю. Теперь 4, 1, 2, 3, 4. Добавляем петлю. И 1, 2, 3, 4. То есть я от начала через 4 петли, от конца через, не доходя, 4 воздушные, далее между ними 4 4 воздушные, и по центру 1 воздушная петля. Для мужских у вас будет 3 вот этих вот добавления с каждой стороны, всего 7 петель. Изнаночные я поворачиваю, вяжу изнаночными петлями. Далее мы будем вязать уплотненным вот этим вот узором, который
который у нас уплотняет. Здесь на пятке можно еще добавить дополнительную нить для прочности, но в этой пряже это не особо и нужно. Здесь достаточно пряжи и достаточно вот этого узора. Итак, теперь мы вяжем вот этот вот уплотненный узор. Для этого первую петлю снимаем, далее лицевую провязываем, следующую снимаем нить за работой, провязываем, снимаем нить за работой. То есть вот таким вот образом мы чередуем: одну петлю снимаем нить за работой, одну провязываем лицевую, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, и так до конца ряда. И последняя петля изнаночная. Изнаночный ряд мы провязываем без изменений изнаночными петлями, то есть все петли мы провязываем изнаночными. Так, следующий ряд лицевой, и все ряды мы повторяем, то есть здесь ничего нового. Единственное, что смотрите, не перепутайте, если начинаем с лицевой петли. Вот после кромочной всегда лицевая, а следующая у нас снимается. Здесь будет видно, вот она предыдущая снята. То есть мы снимаем не провязанной ту же петлю, что и снимали перед этим. Ничего не меняется, узор из двух рядов. Четный изнаночный, все петли изнаночными, лицевой ряд, одна лицевая, одну петлю снимаем, нить за работой. Таким образом мы продолжаем вязать высоту, нужное нам количество рядов. В моем случае это 26 рядов. На спицах у меня сейчас 33 петли. У вас это ваше число, то есть это 28 петель, половина набранных петель плюс 5 дополнительных петель, которые мы добрали. Вот, и сейчас я продолжаю вязать. Я провязала 26 рядов всего с вот этими двумя рядами, которые в которых я добавляла петли. Очень внимательно к этому отнеситесь, как удобно считать. Вот здесь вот неудобно как бы считать ряды. Считаем вот эти вот перемычки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Одна перемычка — это два ряда, вот запомните. Значит, 12 это 24, и плюс 2 ряда первых — это 26 рядов, что и требовалось в моем случае. В вашем это может быть больше или меньше. Далее мы отделяем среднюю часть. Здесь у меня 33 петли, и я делю на равное количество петель: 11, 11, 11. Вот, у вас может быть другое число, то есть может быть 13, может быть 15, может быть тоже 11. И количество петель по сторонам у вас тоже будет отличаться. Вот, в зависимости от того, сколько у вас всего петель. Итак, для моего размера у меня все по 11. Я провязываю 11 петель лицевыми петлями. И считаю кромочную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это у меня будет правая сторона пятки, здесь 11 левая и 11 петель по центру. Теперь вяжу 11 петель по центру. Значит, здесь у нас по узору, здесь хорошо видно, видите, вот у нас снятые петли. Теперь мы снимаем, уплотняем пятку. Одна лицевая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11-ю, если у вас 13 петель, то 13-ю, вот здесь провязывается 12, а 13-ю провязываем с первой петлей от левой боковушки. То есть вот она 11-я, либо 13-я,
И 11 петля отсюда, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, это 10 петель. И вот она 11 и 11 с центральной части. Их мы провязываем вместе. Далее работу поворачиваем. Нить остается перед работой. Первую петлю снимаем и 10 петель, вернее 9 провязываем изнаночным, то есть а 10 вместе. То есть если это 13, то получается по центру, не считая кромочных, у вас 11 петель. Если 11, то 9 петель. Значит, 9 петель я провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть я провязала всего 10 с кромочной. Да, и 11 петля, ее я провязываю со следующей петлей вместе. Ой-ой-ой, то есть здесь у нас тоже осталось 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. Поворачиваемся снова. Нить за работой, в лицевом ряду это за работой, в изнаночной перед. Первую петлю снимаем и 9 провязываю по узору, потому что последняя кромочная и первая кромочная. Всего 11 петель по центру. Сейчас их хорошо видно, смотрите, они отделились прекрасно и их видно. Первую снимаем, 9 провязываем по узору. Здесь видно, что петлю нужно снять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и последнюю и первую петлю из левой боковой части мы провязываем вместе. Снова поворачиваемся и снова провязываем центральную. Первую петлю я сняла, центральные 9 провязываем и последнюю петлю со следующей. Всегда получается дырка, разделены центральная и боковая часть. Вот одну петлю мы из центральной части, одну из боковой провязываем вместе и поворачиваемся. Здесь вяжем по узору. В конце одна петля с центральной, одна с боковой, провязываем вместе и поворачиваем. Таким образом мы продвигаемся. Вот пяточка мы сейчас, получается, боковые части отделили и вяжем только вот эту центральную часть. И при этом присоединяем боковушки. По итогу у нас должно остаться только 11 петель центральная часть. Итак, смотрите, вот осталось у меня по одной петле. Сейчас мы вместе довяжем до конца. То есть все так же мы продолжаем вязать центральные петли и присоединять. Так, и здесь последним вот. Что-то у меня потерялась ниточка. Значит, вот, и осталось по центру наше количество петель, которое мы отделяли. В моем случае это 13 петель. Теперь что нам нужно? Нам нужно добрать петли вот, по бокам. У каждого, опять же, размера у нас будет свое количество петель набранных. В моем случае это 15 дополнительных петель. Вот здесь я должна набрать по стороне. Значит, при этом еще вот сразу, когда вы довязали вот центральную петлю, которую мы, вот она, ее будет видно центральной, нам нужно ее убрать, то есть сократить. Вот она, и ее у меня, она здесь шестая, значит, я пятую и шестую провязываю 2 петли вместе лицевой, то есть убираю вот эту центральную петлю. Она будет везде во всех размерах, так что вот так вот. Так, довязываю. Тем самым у меня здесь остается 12 петель, четное количество петель, которые мы потом можем разделить на 2 спицы. И вот здесь вот по стороне я набираю из кромочных 15 петель. Смотрите. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот смотрите, у меня здесь последняя 13-я кромочная. И 14-ю я добавляю из как бы предыдущего ряда, из петли 14, и перехожу на вот эту сторону из предыдущего ряда 15-ю. То есть 2 петли у нас получается 13 петель из кромочных, а 2 петли вот из предыдущего ряда из петли. Вот, то есть они у нас дополнительные. И здесь у меня на спице 15 петель плюс 12, 27 петель. Так, далее вот эту вот спицу я вяжу ровно. Следующую спицу я провязываю. И теперь 15 петель мне нужно набрать с этой стороны. Итак, одну предыдущий ряд вот отсюда. Перехожу на эту сторону. Предыдущий ряд отсюда. И далее из кромочных. 3, то есть 3 петли. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот здесь вот получается полукромочная, ее мы не задействуем, она у всех останется, так что не пугайтесь. И далее мы на эту спицу здесь 15 петель, то есть таким образом мы распределили петли. Здесь у нас, здесь у меня по 14 петель. И здесь у меня, итак, у нас здесь мы провязываем 15 дополнительных плюс половину вот этих вот петель от центральной, от пяточки. И здесь у меня получается 20 петель, 15 плюс 5. То есть у меня было изначально здесь 11, центральную я сократила, вот, и осталось 10, то есть 5 идет на эту спицу, а 5 идет на эту спицу. И по итогу у меня получается здесь по 20 петель, а должно быть 14. То есть 6 петель у нас лишних получается. Ну, в вашем случае может быть 6, может быть 7. Вот, и вот эти 6 петель образуют вот этот вот как бы скос плавный, эту горочку. Сейчас мы его и будем вязать. Я беру пятую спицу. Еще один кружочек я вяжу так, без изменений. Вот сюда я довязываю, то есть кружочек пройду, а кружочек я отсчитываю от вот этой вот ниточки. Кружочек я отсчитываю от вот этой вот ниточки от начала вязания. Какой кошмар, потеряла петлю. Теперь мы будем делать сокращение. Значит, вот эти две спицы, на которых по 14 петель мы не трогаем, мы будем делать сокращение вот там, где пятка. Значит, здесь я провязываю 2 петли вместе, лицевой, первые 2 петли, далее вяжу до конца спицы.
эту вторую спицу пятки я вяжу до конца, не довязываю 2 петли, и сокращение буду делать в конце спицы. Вот, у меня осталось 2 петли, и я их провязываю с уклоном вправо, то есть я петлю ввожу слева направо и провязываю. Довязываю ряд до конца, напоминаю, он у меня начинается вот здесь вот, и следующий круг или ряд я вяжу без изменений, то есть вот эти сокращения я буду делать через ряд. Так, есть один круг, один ряд. Теперь следующий ряд. Вот здесь вот видно, что у нас было сокращение. Вот оно. Сейчас я вяжу круг до этого места без изменений. Так, я провязала круг, теперь снова я буду делать, вот видите, опять я в начале ряда, я буду делать сокращение вот здесь, вот в начале ряда, в начале, значит, вот если смотреть, то это те спицы, на которых у нас петель больше, вот я делаю здесь сокращение в начале первой спицы и в конце второй спицы, эти петли я вяжу не меняя, то есть просто провязываю, и то есть сейчас я делаю здесь сокращение, довязываю сюда, сюда, и в конце я делаю сокращение, потом довязываю ряд до конца, потом круг без изменения, и потом снова делаю эти сокращения. Итак, вот смотрите, я закрыла по 6 петель с каждой стороны, в итоге всего это провязано 12 рядов, потому что через ряд мы делаем закрытие, вот они с обеих сторон эти закрытия, и у меня сравнялось количество петель на спицах, то есть здесь по 14 петель у меня на каждой спице, точно так же, как я и начинала вязание свое, поэтому дальше я вяжу ровно аж до мысика, сколько я вам скажу. В моем случае это 50 рядов, но внимание, девчонки, ряды считаем отсюда, потому что отсюда неудобно, здесь видите, все сливается, непонятно из какого ряда считать, вот здесь вот, здесь тоже сливается, тоже нечетко, а вот здесь вот нужные нам ряды, количество рядов, вот я уже сообразила схему красивую такую, вам я ее предоставлю в начале, чтобы у вас все было под рукой. Вот один носок связан, и наши в моем случае это 50 рядов, вот от пятки до носка, до носка. И сейчас я вяжу, и далее уже, смотрите, писать я ничего не буду. Далее уже каждый размер автоматически он закончится в нужном месте. Значит, первым делом, вот после этих рядов, 50 рядов, я перехожу на вот эту вот вязку уплотнения. И вяжу ее 10 рядов. То есть, одну снимаю, одну провязываю. И 10 рядов по перемычкам я это все посчитаю. Без никаких убавлений. Убавление вот носок. И продолжаю вязать 10 рядов. Итак, провязала я 10 рядов. По перемычкам посчитала 10. То есть 5 перемычек. Вот. И теперь скажу свое мнение по поводу носка. Я хотела как-то умно, красиво сделать этот носок, потом пришла к выводу, девчонки, ничего нет лучше и проще старого бабушкиного способа, вот такого вот, ну, оно в принципе похоже на макушку шапки, и просто, и без заморочек, без никаких игл там, извращений, хороший носочек получается, который прекрасно сидит, поэтому предлагаю вязать его и не заморачиваться, а наслаждаться вязанием. Значит, для этого через ряд в начале каждой спицы мы провязываем 2 петли вместе лицевой.
И это у меня получается в том ряду, где я именно снимаю петли. Четыре раза каждую спицу, в начале каждой спицы. Ничего, никакие петли мы не считаем, просто через 10 рядов после вот этого ровного как бы полотна я начинаю в каждом ряду, в котором я делаю узор, ну, снимаю петли, потому что вторую у нас будет с лицевыми петлями, я в начале каждой спицы провязываю по 2 вместе. Ничего не делить, ничего не считать. Я считаю, это самый простой и классный носок, способ вывязывания носка. Четвертая спица. Так, круг я прошла, теперь я круг вяжу лицевыми петлями, и в нем я ничего не делаю, я делаю только в том круге, где я снимаю петли. Все, я прошла, вяжу круг без ничего, ну, без никаких убавлений и без вывязывания узора, просто лицевыми. Так, есть круг у меня лицевыми петлями. Далее снова у меня пошел ряд узором. И в начале каждой спицы я снова провязываю по 2 петли вместе лицевой. И так до тех пор, пока у меня не останется на каждой спице по 2 петли. Вот так вот, не спеша, не заморачиваясь, мы довязываем носочек. Вот, когда остается, вот смотрите, по 2 петли на каждой спице, мы берем ход крючок. Либо можно снять на иглу эти петли, вот как хотите. Есть же люди, которые не вяжут крючком. Я на крючочек. Если нет, то берите иглу, продевайте вот эту рабочую нить. И затягиваете, значит, здесь по 2 петли, здесь одна осталась, вот я их так прям все в кучку и провязываю. Вот и все, девчонки, все. Еще сейчас вам скажу про короткие носки. Сейчас так, здесь я ниточку обрезаю, если крючком, то немного, много не нужно. Продеваем на изнаночную сторону, вот. Здесь еще я вот эту пымпочку немножечко стяну на изнанке, ну, как бы прихвачу. Просто крючком, либо если это игла, то иглой вот прям пимпочку немножечко пройдитесь, прошейте, ну, зашейте, стяните, чтобы все было, как бы там не было дырочки. Вот, и вот здесь вот я вот эту ниточку иглой обработаю. Так, просто стяну, а там, где расходится.
Все, девчоночки, второй носочек у меня готов. Смотрите, вот этот вот я проутюжила, чтобы вам посчитать плотность вязания. Но не парила, просто маленько проутюжила. Смотрите, там деформации никакой, все у нас четко. То есть я просто разгладила эти, как бы, петелечки прогладила. Значит, вот такие вот носочки. Еще раз говорю, девчонки, вот эту часть вяжите так, как вам заблагорассудится, выше, вот смотрите, хоть гольфы, хоть как хотите. Вот, вот это у меня маленький самый размер, видите, разница. Вот это, вот если смотреть на размеры женские, вот они, три размера у меня, это все по вот этой вот таблице моей, по вот этим вот петлям, это при условии, что попадание в плотность, вот, вот разница в размерах. То же самое пойдет и на мужские размеры, больше, больше, больше. То есть все на эту плотность и на эту пряжу с этими же спицами, все, смотрите, проверка моя, проверку прошли носочки, и в ширину они немножечко по пол сантиметра добавляются. Вот, а еще хотела сказать по поводу коротких носочков, все точно так же, вот только разница здесь, тоже количество петель, полая резинка в круговую. Здесь у меня рядов 10-12, я даже и не помню, я так на вскидку. И сразу после полой резинки начинаем вязать пятку. То есть вот, вот этого всего ничего нету. Полая резинка и пятку пошли. И получается вот такой вот короткий носочек в кроссовок. Все, девчонки, вяжите, не пожалеете. Вот правда, я в восторге и от пряжи, и от носка, который получается, ну, ну, бомба просто. А еще больше я в восторге от ваших комментариев под прошлым видео с обзором на эту пряжу. Вот действительно, тут стопроцентное попадание в пряжу, вот правда. И носок, и мне нравится, что он получается вот тоненький и тепленький, и как оказывается, на пару лет. По вашим отзывам почитайте обязательно. Все, я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.